теперь про мышей. Школку легче защитить от мышей, потом пересадка. Значит, я еще раз, жаль, если отключилась Катерина, я посвятил трибунал ей. Все-таки отчаянный человек, я таких уважаю. Сам такой был. Не с бухты-барахты, ничего сам не знал, когда землю брал. Итак, значит, почему школка? Да, легче от мышей защитить. Так, легче вообще охранять. Легче поливать, засуха и засуха. Легче, да если все-таки у меня именно яблони и сливы, жуклоды едят, листья едят, сосут тля, сосет тля. Только их. Но и то хватает, все-таки надо опрыскивать. Значит, школкой легче управляться. Видно, что будет потом. Потом селекция. Вот этот момент, так? Это я говорю, она же мне вот это письмо прислала, а я сказал, я прокомментирую на вебинаре. Ну, поздравляю, состоялся этот самый, как он называется, сад-то. Вот смотрите, чтобы меня не считали болтуном, меня Железова, вот это вот питомник Железова Сергея. У меня, знаете, так можно сказать, а ты с интернета взял. А у меня что есть? А, вот это я еще раз с добром. Если бы не Виноградов Алексей, он мне прислал тогда, я потом посчитал, 106 этих самых питомников и интернет-магазинов, которые украли мои фотографии. Вот, и научил, как этим пользоваться. Вот, сейчас. Я потом, знаете как, мне, ну тут кто-то скажет, да ты что, это же, конечно, это же промышленный сад, это что ты на себя гребешь, что ты это самое, батон крошишь, это кто ты такой? Ну, например, а вот любой сейчас, любой, ты пусть самый верхний, фотография, да? Смотрите, вот так сделал, да? Все, вот он паспорт. Ай-те-те-те-те. Мое? Похоже? Ну, фотоаппарат я сменил один раз. Но каждый фотоаппарат сделал несколько тысяч. Все? Вопросы есть, вопросов нет. Вот. И теперь, когда мне... Вот мне тут получилось так, что... сейчас все равно разговор заканчивается. Уже можно и потише. И потише. Где-то было... Документы. Ладно, сейчас попробую так найти. Не памяти, ничего-то нет. Сейчас ничего-то нет. Набираю Савинич. А, вот Савинич, так. Савинич, крупные прикосы. Вот эти вот, да, я выбрал почему. Я порекомендовал ей с ними работать. Мы вместе прививали. Вот. А теперь смотрите. Здесь уже... Ну, а здесь даже есть. Ой, я хотел, думал, что здесь же не будет. Мое? Мое? Так вот, украдено. Десятками, каждая десятками. Украдено. Помните, сколько раз? Ну, это не украдено, вот это не украдено. Вот это вот с линейкой трубы умудрились украсть. Вот. Украдено с линейкой. Вот, украдено. Вот это вот, многие украли. Вот, доказательства есть. Украдено и украдено. Так вот, ну все, я доказал свою эту, что мне чужого не надо. Вот так вот, у меня все свое. И вот это тоже, только я дольше искать надо. Это надо набрать этот самый. Ну ладно, поверили. Нет, нас кто-то хоть один скажет, не поверил. На следующем вебинаре покажу паспорт от нее, от этой фотографии. Вот так у Сергея. Так. Потом, внимание. Вот. Это я советую будущему питомнику воду. То есть вы, допустим, если Катя меня еще слышит, и еще таких несколько десятков, надеюсь, они у вас есть, все-таки готовы рискнуть? Пусть через год, но урожайшие, видели какие? Так, значит, посадиться вот так вот густо, да? А дальше маленький урок для Кати и для будущего питомника воду. Именно, потому что, смотрите, рассадка уже на постоянные места. Пожиже, смотрите еще раз. Рассадка, видите?
Вот. Я клянусь Богом, что все они, дождавшись зимы и весны, я сейчас вернусь назад. Ой, где зимние это? А, вот зимние. Ни один ни разу никогда не погиб. Несколько штук я отбраковал, еще не вот здесь вот, потому что это уже Сергея. А несколько годами раньше я командовал, а мне однажды я встретил четыре, то есть я привая, а они же, смотрю, подгнившая это, штамбик отсырел, или как он там. Ну, в общем, испортился. Кора отслоилась. Я сразу раз беру, я даже не выкапываю, мне некогда. Я начинал поливать вот так, прям зимой, и сразу раз за подлицо срезал и забыл. Все, нету его. Вот это и вся выбраковка. А в целом выглядит вот так. Вот, то есть, смотрите еще раз. Теперь, это все учеба. Почему? Завтра вы кто-то выписал 40 штук. Вот. А что мне написал Железов, брат? А, нет, позвонил, сказал. Там продолжение темы было. То есть, про когда он порекомендовал Майкоцкий, кто-то написал, что Железов выписал 40 штук. Одна пошла, единственная, в рост. И та, по-моему, погибла. А, нет, 5 лет ждал урожая, а потом выбросил. Не мог бы еще год подождать. Но мне кажется, это просто засловие. Ну, посудите сами. Могу, я же с одного... Все это с одного дерева, допустим. Или с одного сада. Все это хранение одинаково. Все одинаково. Абсолютно. То, что не успею продать, потом высаживаем. Вот так вот что получается. Значит, потом сильнейшая обрезка. Это очень важно. Это учеба, ребята. Если все-таки наша Катя возьмется за это самое, за абрикосы, все-таки я не отбил охоту полностью, значит, у нее будет вот такой питомник. Значит, осень еще. Смотрим следующее. Один раз я взял, я посмотрел специально. Помните, там, где наводишь, когда там дата есть? Это примерно 10 октября. Здесь уже были заморозки. Видите, их заморозки, да? И вдруг на нескольких мы с Сергеем, это он мне показал, ой, вот две, видите? Вот. Оказывается, мы сильно рано посадили. То есть ничего себе, они не погибли. Вот, их потом сразу уже, это 10 октября. Но сам факт, посадишь рано, плохо. И вот эти фотографии, они бесценные. Они для меня... Думаете, я зря, что ли? Ты только питомник кого-то. Каждый из вас должен знать. Если ты делаешь осеннюю, нет, не так, летнюю, осеннюю и призимнюю, я могу потом показать. Вот кто-то хоть один скажет, да, там покажите доказательства, что это октябрь. Ну, то есть я найду первоисточник, ту маточную фотографию. Вот. И вы поймете, что нет ничего страшнее придуманное. Летние обрезки, осенние, предзимние обрезки. Вот. Они не понимают, что это вот доказательство, это вопиет, вопиет. Нельзя этого делать. Здесь питомник, здесь вынужденная мера. Здесь ошибка была в том, что вот это вот, допустим, может, тоже можно посмотреть. Тут, скорее всего, конец сентября. Все это можно. Я должен был бы, конечно, я не догадался. Вот здесь так и написать, допустим, 10 сентября. Проходит, допустим, 10 октября, а она еще и проснулась. Они не погибли, они живут очень невероятно. И таких я нашел всего 3 или 4 штуки. Вот видите, соседние уже нормальные. Но это мне стало доказательством невиданным, ради чего я провожу вебинары. Совершаются огромные, страшные, смертельные ошибки. Им забит интернет. Помните, это я показывал это, или еще показать. Господи, время выходит, время выходит. Ой. Нет, когда-то, может, дойду. Время. После встречи я вам покажу. Ведь это же... И опять выпускница Тимирязевской академии. А меня опять вы позорите академию. Не я позорю. Позорит человек, который написал книгу из там 190 страниц, где подробно описывается, как уничтожать деревья. Понимаете? Я позорю. Вот как мне до них достучаться, чтобы, первое, прекратили это делать, а второе, постепенно бы это, в другую сторону бы повернули, это оглобли. Что, наоборот, нельзя бы говорить.
Вот это вот смех. Знаете, я сейчас анекдот расскажу, время заканчивается. Я его рассказывал. Вот, эти, Старая гвардия помнит. Но я все равно расскажу. Почему? А вот из-за этого, этот самый, из-за этого рисунка. Итак, вот эти люди берут по 5-10 тысяч за работу, на мой взгляд, абсолютно бессмысленную. Вот. Просто имея, ну, это самое. Я же нельзя написал про аспирантов. То есть аспиранты-деревенщики подрабатывают обрезкой деревьев. И чем мощнее дерево, а она докажет, что там полный веток дерева не нужна. Вот, понимаете, да? Ну, ладно, анекдоты, на этом закончим. Пусть еще раз. А этот анекдот я читал в виде текста, и был этот самый сюжет в юмористической фильме небольшом. Там еще этот играл, наш артист самый, один из самых-самых, у которого еще это. Goodbye, Америка, помните, да? Так вот, подходит человек в психбольнице, по каким-то справкам может взять там. Нормальный человек. И вдруг к нему подлетает лошадиная голова деревянная, палка лошадиная. И сидя на этой палке, подлетает к нему какой-то ненормальный и говорит, садись. Человек испугался, он уже понимает, что влип. Вот, он просто влип. Явно псих сбежал из психбольницы. Вот, ну а что делать? Лучше согласиться. Он садится, берется за плечи, садится на эту палку, и они попрыгали до входной двери. Только он слезает с палки, тот говорит, 100 рублей. И опять деваться некуда, вообще убьет чертовой матери, зарежет, дает ему 100 рублей и с облегчением заходит. А там все нормально, сидит дежурный. А он его трясет, он спрашивает его, скажите, курса нет, у вас сумасшедший сбежал палаты, вон там издевается над прохожими. А, не обращайте внимания. Это аспиранты по этих самых, этого самого медицинского колледжа подрабатывают. Вот примерно так же, то, что вы видите, абсолютно, я посмотрел несколько таких фильмов, абсолютно ненужная, глупая, смертельная работа. Потом еще берут, привязывают повыше веревку. На вертикальных ветках, на вертикальных скелетных ветках. И оттягивают, чтобы они были с наклонами. Вот. И ведь это, вы понимаете, это настоящий дурдом. Чистый, стопроцентный. Вам скажу, если попадется такое дерево, мало ли, вот так берете бензопилу, тут уже не обойдешься вручную. Жик-жик, вот я показываю вот эти специальные крупные сделаю. Вот. Примерно где его ноги, вот тут вот жик, 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 жик. Займет это опытного товарища, ну, секунд, не, а, надо знать это, еще стремянку залезть, ну, пару минут, поняли, да? А вот, а вместо этого 5 тысяч, 10 тысяч, ну, а сейчас инфляция еще дороже. Вот это глупость неимоверная. А не, не глупость. У меня еще ребята, вот, аплодирую. Надо учить людей, потому что они не хотят учиться. Вот. Сами не хотят учиться. Вот их проучивают. Вот это вот так за весну не купили ни одного. Ни один не сказал. А я специально хвастался. Я говорю, я Ваулина, директор института, я вот эти все. Вот они, видите? Вот они. Вот. Фотографии, знаете, когда делал? Позавчера. Вот так ни одну не купили. А у Ваулина что получилось? Внимание! Доклад Ваулина. Почему я говорю? Потому что, в принципе, вопрос стоит так. Если мне, они про меня сказали, ложь, мошенничество, что будут дички и дички, их ряды прорваны, оборона их прорвана. Ваулин Александр Юрьевич, исполняющий обязанности директора Института агроэкологии филиала Воружно-Уральского, да, это что? Он вам не равня, это вы моего брата это оскорбляли, моего сына оскорбляли. Ложь мошенничества, а? До 70 лет, как там было, дожил, ума не нажил?
Это про меня или про брата, я уже забыл. А это кто? Тоже Вовлин ума не нажил? А, девчата, я жду извинений до сих пор. Вы сами говорили, сколько можно это, там, что, издеваться? Вы произнесли эту фразу, написали. Сколько железа будет надо мной издеваться? Откажитесь от этих слов. Пожалуйста. Ну, несколько фотографий. Это что, я придумал? Или он засланный казачок? Там, в науку. И вот, Катерина, если вы еще не отключились. Видите, как раз я успел, все, еще и к вам обращаюсь. У этих вот, у всех есть секрет. Кто помнит, что я всегда говорил, а здесь же много ветеранов, что Амур Сенцевый у соседа сразу за забором, буквально в нескольких метрах, является супругом моего абрикоса, маньчжурский патриарх. Так? Помнили? А теперь посмотрите. А эти самые были, вот они же. Они же сейчас, ой, это я уже сейчас на секунду выйду оттуда, вот смотрите. Вот эти я брал, вот такие вот, вот такие вот. Еще меньше были. Эти двухлетки, они просто не растут ни черта. Потому что это тень полная, видите? Поняли, да? Внимательно. И вот смотри, что получилось. Ой, куда я попал? Не туда опять. Это я умею. Так, сейчас мы будем возвращаться в лекции. А вот, нет, все правильно. Я просто, наверное... А, не... Сейчас. Так. Ну, давайте мы тогда опять вот так сделаем. Кстати, анекдот по теме, согласитесь? Вот. Пусть они садоводы, а не эти, не студенты медицинского колледжа. Но, согласитесь, умеют работать не хуже. Дурная, тупая работа. Вот. Так. Вот, сюда вхожу по новой. Итак. Это потом, кто захочет, участие, Министерство сельского хозяйства, руководители, научные. Вы представляете? Это же фурор. Только он единственное, что он сделал, это так нехорошо, что он про слово, про железово ни слова. Хотя это моя агротехника и мои, это, только мои. Остальные у меня не пошли. Со всей стороны не пошли. Соседское научное учреждение не пошли, а вот пошли только мои. И вот теперь смотрите, похоже на этих. А где-то я вам найду сейчас. Давайте я сейчас вам найду. Когда появился цифровой фотоаппарат, но не могу не похвастаться, простите меня. Вот, когда появился цифровой фотоаппарат, так, вот, только с 2007 года. Вот видите, вот любой может проверить, вот видите. Вот, и так далее, смотрите. Смотрите. Поняли, да? А теперь смотрите. Вот это вот мои первые деревья Амура. Вот это. Ну, это оно же. Так, еще. Я сейчас красный Амур покажу. Сейчас. А, вот красный Амур. Вот, видите, да? А теперь давайте сравнивать. Вот жалко, что Катерине ничего это не интересно. Я так хотел с нее сделать этого сообщника. Слово-то какое, да, сообщник. Вот теперь опять, вот плохой я компьютерщик, мне каждый раз приходится вылезть, теперь опять влазить туда, влазить, сейчас я буду опять искать это. Документы. Вот, 184-й вебинар, ага, короче, доклад Вавулина, так. В общем, поняли, да? Вот это вот. Вот это вот, так. А теперь сравниваем. Давайте сравниваем. Запомнили? Похоже? Вот это работа супруга. Смотрите. А это, я уже гадаю, да? Это тоже мое. Ну, совершенно другое. А косточки с одного и того же дерева. И вот скажите мне, Катерина, если вы смотрите, ну, пожалуйста, скажите мне, как я могу гарантировать, если все с одного дерева, а это я своими руками выкапывал, я-то знаю, что говорю, вот, все сладкие, все вкусные, но все разные.
А так как 100% патриарх все тот же, он папа, он и мама, так, все тот же, значит, отцы разные, и давайте на них смотреть. И самое главное, что я заприметил, ну, не крупное, там он что-то говорил, до 35 или 32 грамм, вот, мы уже не будем так подробно смотреть, да? Самое главное, что вы тут не заметили, то, что разные заметили, внимание, мягкое, твердое. Это ему досталось от амура. Я же как про амура говорил. Это самое ценное это. Вот. Ему мягкое, смотрите. Да это дураку ясно. Видно, как косточка лежит. Почему? Потому что косточка, она обычно покрыта как слизи, не слизи. Ну, поняли, да? Ну, косточки-то сухие. Косточки-то нормальные. Поняли? Вот это и есть вариант транспортабельный. Все причем, все. Ну, еще вот такие фотографии. Ну, скажите, что он не культурный. Ну, скажите. Да, не крупный. А урожай, так, дальше уже другая тема. А урожай-то до 40 килограмм, это. У него в докладе было 28-42. Ну что, заканчивать будем. В общем, получается так. И есть возможность, но каждый год урожай не дождется. Заморозки. Что получается, от заморозка может уйти поздние сорта. Помните тех, вот эти вот, крупноплодные. Раз. Это раз. И чтобы они были, они же легкие, но их надо прививать. Я имею в виду, опять повторяю. Это амур надо прививать, чтобы уж гарантии, вдруг это опылит тот, кто, что потом поплывут эти плоды у гибрида. Они же все гибридные. Только прививки, только мои черенки. У них же все-таки 100% приживаемость, это особая работа, это еще одна государственная премия. Ну, извините, у нас это не принято. У нас принято говорить, что лучше мошенничество. И супер Серафим. Раз. Поздний Филипп 2, Амур 3. Вот, Катя, если смотрите, это ваше будущее. Ходите, рискуйте. Вот. О всех минусах я сказал, ничего не забыл. Так, все, вылазь отсюда. Так. Вылазь отсюда. Что, опять получается? Опять получается. Ну-ка, вот так получится. Закрыть. Ага. Вот на этом мы закончим. Но я посмотрю, нет, это очень важное. Мы же на несколько минут опоздали. Была причина. Вот это свежая фотография. Позавчера. Вот такой будет урожай. Это и есть маджорец. Вот одна фотография маджорца. А, нет. В другом месте фотографии. Ну, а дальше учебные фотографии пошли. Все. На этом мы заканчиваем. Примерно раз, два, третью часть, так рассказал, даже меньше. Это было благодаря Катерине. Почему? Большинство из вас, все, что вот здесь было сказано, из вас знает, видели вот это вот ужас. Не дай бог наймет специалиста, не дай бог. Ведь это же на всю Россию вот это вот все продолжается. И доктор наук также грушу воткнул. Ай. Все, друзья, заканчивается эта часть, и начинается вторая. Называется она, знаете как? Вебинар, то есть вопрос-ответы. Мы сейчас туда попадем.